Тебе вот еще так? Непривычно, когда еще 10 персов качаю. Зачем ты так стал? Блять, половину уже 4-4 фука где-то. В успехах, блять. Ага. Можно с первой ВК ходить с магом. Нормально, такой сдаю. А ты файл? Да, я файл. А зачем? Раз, четыре. Фаер это топ вообще. Как скажете? Блин, что я наделал? Неврфлей. Да, равно, блядь, 4-4 вообще пипец полное равно. На файера? Угу. Спросил бы, я бы тебе сказал. Какая-то прожимка на 12 тысяч и все, блядь. Серьезно? Да. Ну, типа метеор кидает и на том, блядь, 18 тысяч дает, все, значит, посчитаю. Так, я постоял. Мне кажется, он до конца выстоит. Файера, на 9. Я потом Боб дамусь. Кто-то сказал Боб? Я тут со дна стучу. Погоняю, блин. Без нику. Ой, на мне пиздюк. Переставай хилить. Догоняешь. Дай типа. Сейчас, да. А, уже дали. Убейте с меня кровосос, мать. Спасибо. Это мой, да. Так забери, уведи его под первый, под читальянс. 5, 4, 3, 2, 1. Шо, Гера, поехали. Гера. Асмус, а приятно в лицо бить? Когда можно спину. Ой, наезд, да. Слушай, да обычно туда просто ставили, я чуть не посмотрел. На милик. Иди размораживай, пока это висит на селтик. Подожди, пока он. Надо. Ну, неопытный. Да. Еще бы забьется. Буду, наверное, близко пробить. Все, беги, беги, размораживай быстрее. В мили. Я сейчас смотрю, ты что сзади Маши стоишь. Ну что ж ты. Ну, короче, у нас пятеро стоят. Четверо. Ренжу, только наберите между собой. Отводил уже. А, РДшки можете свичнуться уже. Уйдите, разморозьте, пацаны. Да вон там разморозишь. Донт, я к тебе еще подбегу. Успел? Угу. Блять, хильните, я далеко. Такой сейчас думаю, сейчас звезд должен выйти скоро. Да, есть такое. Я соберу это. Сейчас думаю, ходячая фаза и потом берет уходит. Не, охуенно, 29, блядь, сука, зачем мне ГП, блядь? Я не буду брать. Не, так не работает. Знаешь к чему? Попробовал арканичать. Не-не-не. Я фаре неплохо дам сейчас. Уже 9000 на рубле дал. Так у тебя еще шмота нет. Вот шмот будет вообще.
Мне кажется, файл очень сильно от шмота зависит. Да. От крита очень сильно зависит. Ему крит там вообще пиздец. А обузится же, да, до сих пор? Типа нет. 29 нет. Не обузится уже. Печально. На Изенгарде, помню, я играл. Там... От первой щиторды. Я возгранье обузил, знаешь как? Как? Ты возгранье юзаешь, нажимаешь reload, у тебя возгранье сбросилось, и у тебя стак остался, который... И вот ты так вот релогаешься 5 раз, у тебя 5 стаков висит, они бесконечно типа висят. Вот там для ДПС просто пиздец. Какое жестко. По 5 стакам висит. А затем в обычке Абула врезался. Серьезно? Так будет второй раз, но... А, он тут еще, в этом ряде тоже. Ебать, только заметил. Хуя, я ему, значит, короче, две шмотки вырыли, о, одеп. Это Абула. Он Абула хилит лучше, чем Карась, блин. Так я говорю, Карась, он, ну, не доигрывает на свой класс. Я ему еще сразу прямо сказал. Ну, что... Тотем уберите. Да, да. Он нахуй танка, блин. А я вообще в таунке был. Охотника нет у нас. Все равно ускоряешься. Да я думаю, по берсу надо снизить. Всё, ВВК уже вайпнул. Абдулая. Абдула, текай. Метеор какой-то прилетел, блядь. Ну, это мой метеор. Сейчас я послышал, как он дает. Ноги назовет. Метеор. Урон. 58 тысяч. Минимально 36 тысяч, да. Надо потестить его еще раз. Кому ничего не надо уже. Это да, минимум старше одного танка. Тот же метеор тебе 25% крита дает. Что? Ну, метеор падает и вставляет лужу. В этой луже ты наносишь 25% крита. Ну, повышает твой шанс. Так, где трофей? Ага. Да. А на сколько секунд? Без понятия. Там не указано. В ТД, наверное, Оптикс. Ты просто накрутишь на последнем стаке и кидаешь эту гнильную... Я это и делаю. Но эффект возгорания сбрасывается. Ну да, я говорю, потом... Да, вот ты сколько там, 5 саков делаешь, вот, типа, там, 3 удара практически делаешь. В последнем ударе кричиском там уже сразу даешь. Посмотрим, если 25% это и, блядь, для бота. Ну просто сколько эта область действует, вопрос.
Да, вот он не указан. Я думаю, она вместе с огненным столбом. Сколько огненный столб держится, столько эта хуйня. По-любому. Секунд 6, наверное, может. 10 где-то, как минимум. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится... А я вот Дворфу еще себе сделал скоро, блядь. Еще больше ДПС прирост. Я вот на NX2 потестил, у меня маг был там. Ну, я за голоду сделал, все, у меня голода не дохуя было. У меня магом Т5 я давал 24 тысячи, сделал Дворфа 27 тысяч. У нас ни одного гнома нету шаманизма. У меня все персонажи гномы. У меня все персонажи гномы. У меня все андеды. Мне нравилось, как сегодня Хулипау отхиливал эти метки. Чужих не отхиливал, сейчас сразу захил. На фул, блядь. Бежал там. Не тырьте все на стаке, дайте я позабираю. Да ё-моё. Ну полюбился, это Тезарёва. Как в ХМ-ке, да, я бегу с этим, и на меня этот лем прыгает. Ну, а, не лем, а это баба. Торнадо контролем. Да убивайте. Добиваем. Рога убежал, Рога убежал. Или кош. Отойдите оттуда, милики. Милики ушли, милики ушли. Эй, мы с Кто там нахуй заслакал, блядь? Кошу можно это снимать, брат. Дайте я позабираю все на спецу. Стаки. Понятно. О, здорово, братан. Привет. У вас минус 2 хила, если что. Есть БР. Дай БР по порошочку. В смысле, я тут хилю, че. Пусть порошочек отдыхает, мне главное. Понятно. В смысле, блин? Залей иннер, если есть. Стоматолог. Стоматолог. Бля, вы заебали слакать с метками. Алло, ребята, что за хуйня? Пачку ребра дайте. Инфернал сейчас будет. Саки, ты люни и воруйте. Все, можете воровать дальше. Да забаньте просто. Да в смысле забаньте, тут еще 8 миллионов у босса. Ничего. В миллизоне банить. Ну смотри, уже 6 лям. Ну, по-моему, убили. Дранник разогнался.
Сам. Я шаманизм обыграл. Я мертв лежу сейчас. И что? Мне хуб умирать было, блядь. Надо было хилить, блядь. Чего? Я тебе не хилил, что ли? Да? Нет. Ну чё, ну скажите, блядь, пожалуйста. О, пацаны, бис получается. О, что упало? Слушай, можно одеться. Я рот ебал, эти ноги никогда не упадут, блядь. Так у тебя же героика, нет? Да не, мне эти штаны не нужны, мне нужны эти кольцо. Кольцо боешечка. Чё? Кольцо боешечка. А, ну все тогда. Кому-то на распыл нужны эти ноги? Мне просто с этого. Бать, мне аукцион пишет 57 тысяч на кольце. Ну, шо, может быть и стоит, но его за это не покупали. Хату продать надо. Ну, на 44. А, попро, отдашь запястье там, Друиду? Почитай альянсы, все зашли. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите... Хрипатый, пожалуйста. Спасибо. Вам нужны эти штаны, реально, пацаны? Плюс-минус поставьте, я не знаю. Да, это дроид надо. Ну там, окей. Там и приступ. 213 у него. Ну все, я отдаю приступ. Кубальпстер, тебе не надо? Нет, у меня с этого и 200, ну, 245. Ой, ну, а ты, блин, жесткий, блин. Да надо, да, под 9 будет вообще сказка. Ты 9? 9. Ну что, ты 4, не полтая. Да-да. Что у нас там, метки расставляются? А, все вижу. Я шесть рыбы поставил. Чё, кого? Да, как будто покупаем. Как Карл, контролишь друида? По друиду больше никто контроль не дает. А красноязычие на печеньку кидаешь. Тэнка контролишь Лока и даешь ему красноязычие. Поиграем в рушку, обходите все с правой стороны, вот там вот, где Невер стоит. А, шаманизм. Твои кики костов будут в мака, в мага. Невер, твои в Лока. Дрейнер, твои в Холи Пала. Матус, ты приста про контроль. Угу. А, хрипа, ты грипаешь шарушку. Сейчас кое-что пробуем интересное. Я сделал билд новый. Сейчас я в них залечу во всех и поставлю трапу. Могилу подготовьте. А ты подойдешь и грипнешь черепочек. Какую трапу? Ты ж ДК. Ну, ауешная. У него есть, он же хант. А, я на фрусте. Этот. Плетка что ли? А, нихуя, вот. Ебать. Интересно будет, если они все заморозятся. Да, да, да. Интересно будет, действительно. Давай, Донт, мочи. За родину. Пошли. Я первый. Объем мы с кого? Подойдите сюда ближе. Подсчит, вернитесь, подсчит. Остальные, кто не привязан к гриппу. Я начинаю, Дон. Войд. Не, я начну, я их заморозить должен. Как увидишь, замороженные все.
Ну, надеюсь. Тогда гриппой. Давай. Да. 5, 4, 3. Тело хэкбарь уже, ну. 1. Хуйня себе. Ну, еще а будут? Все. Отходи, друид, назад. Давай, давай, друид. Нихуя себе. Блять, дон, 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 дон. Поднимите донта, пойдите. Там КД. Ну давай без донта. Друид, отходи оттуда. Красота у них тебе оттуда милишников. Это варты, кашка, шаман, энк там. Трапы поставьте, вокруг трапы кайтите. Красноязычие раздайте, помогу по воку. Косты сбивайте. Зачем, блин, такие? Клади на агрессия себе. Оптикс там играет. Да он там. По хп у Саш продолжишь контроль? Потом. Я по хп пишу. Угу. О, пристал уже Деминишинг. Сложил пристал. Крепочек добейте, в лока играйте. Это ромбик. Энд хакайте. Я не вижу оптикс. А, нормально. Тенка, беги. Хорош. А я сейчас стелл кончится. Очко отдай. Диспел... Ну, да... Следующая метка. Ромбик. Милик на контроль сам. Ух ты, сразу втроем. А, разлите трапы, кто? А, у нас все хунта, блядь. Да нет, нет. В этом случае тут застались, а разбейтесь по всему. Не будет убивать. Да, я двоих управляю уже. Кипоп, живи. Я не могу, я замедлен. Все. А, мне фиг. Не спалите кару. Два хила мертвы у вас, если что. Аккуратнее. Прерывайте больше. Чё, бля, в соло будет. Ну, стойте, стойте, танкуйте, Хроги. Клешни, ну уйди, ну. Не контрольте, не танкуйте милишников. Да ну они и танкуют, стойте. Уже три человека померло. А ты татам составил? Хотя мне кажется, ты не слышишь. Какого в земле поставьте наверх? Я ставлю, ставлю, по КД, а они же его этот. Уходит у них тоже лимишник. Не, ну там обычное замедление хотя бы. Я ставлю. Флэш, что ты им поставь? Тем на ману, тем на ману. Блять, стан сраный. Бьете в роду, сыграйте. Каст, 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 каст. Локус бейте, каст. Фиаско. Ой, блядь! Отстань! Да там все, у вас уже 5 тел все жили. Чё-то неудачно. Это был, конечно, провал, но зато мы знаем, что... А чё, если ты гриб шибишь, а потом побежишь морозить? Чтоб гриб подальше был. Не, ну, кстати, в ЛК 25-ке неплохо это будет смотреться. Да, да. Прикольно. Там 4 ДКшки, просто я также запекаю, что
трапу ставлю и 4 гриппа сразу. Герой один таргет убиваем. Ловой стоит. Ну, Вера напоследок оставит. Клёвый, бля, сейчас заэвэйдил. Никто не видел. Блядь. По-моему, там даже резать можно таким макаром. Нет, я и так нельзя. Бой не вешается? Сразу в комбат возвращаешься, выхода из малда. Если где-то у стенки вроде как. Нет. Тут это так не работает. Лепки нету, поставьте кто-нибудь. Не, нету тоже. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Не щадите никого, герои Орды. Ну, конечно, блядь, по прерываниям, засеиваниям такое. Что, нет рыбы? Что там, 4 ретрика, помогайте там рассеивание делать. Может быть, умирать перестанет. А чё ретрики тебе чё сделать? Ну, помогают. Вот я с порошочка, например, стан диспелил. Может, не надо диспелить? Ну, рассеивание. Просто а если вы... все будут диспелить, будет все сразу заебись. Ретрики лучше пусть таунтят КД, у них по 2 таунта есть. Что там, Донду опять рахнули там, да? Вначале. Так, ну, то же самое, по контролю, Тенка, давай, Шамлока, Каро, Манго, Красноязычие, соответственно, на них же. Шаманизм, Хапау, Нейвер, Кресту, Дрейнер, Шаману. А чё я Кресту? Может, лучше его пофирять, а я Рамбу позбиваю? Он должен контролиться и Красноязычие быть, ну, Рамбу там мельчники будут рядом. Ок, ладно, ок, ок. Хрипа, ты смотришь этот ауешный каст Лока сбиваешь. Так, Маттус, поконтролишь, наверное. Ну, хапава пристатом, ну, под минишку смотри. Эсми, ты сядешь просто на шамана, а не на сову и будешь его туннелить и сбивать косты. Остальные в черепочек также играем. Рыба была, нет? Да, давайте попробуем так, через 2 гриппа сделать. Не, рыба нет и, видимо, не будет. Давайте обычную так, если вот... Да в банке в том-то и дело нет. Есть там зеленая вот эта. Ну, зеленую, да, есть. Надо использовать. Поставлю. Специально-то поставим. Мобильный банк завернулся нужен. Тут 3 штуки хрят. Вот так же с этой стороны встаньте. Ну, к стеночке поближе. Вот где я тут прыгаю. Пытаюсь, по крайней мере. Ой, оптикс. Ну да, да, да. Ты выше прыгаешь, баскетболист. Щит не сбей, блядь. Прикинь, щит отвалится, блядь. Mm-hmm.
Так, меня бьют. Можете бог мне дать? Блок сменишь, я думаю. Там детер был, все нормально. Следующий. Ромбик? Ромбик, ромбик, да, блок убивайте. У нас ДК в рейде. Можете поконтролиться. А, Паршич, может от меня уйти? Они же все стоят. Угу. Я хорош. Я шамана кикаю костов. Саня, хилил как мог. Попал. Еще одного. Мах очень сильно въебал. На сову буду кидать. Следующую печеньку бейте. Косты сбивайте, маху сейчас уебнет, блядь. Разрушителя. Так, я бегу. Мага, грибните печеньку. Кашки. Где оптикс? Все, на дом-то все пошли, блядь. Следующий кто? Печенька. Печеньку бейте. Дон без ахила, Дон без ахила, Шершин, иди подними оптикса. Оптикс в каком спеке? В рейтике? Да. А, туда не надо, не лез. Вот и хапал. Касты сбивайте, печеньки, печеньки, касты. Не-не, что-то еще не помню, они вышли оттуда. Под морту вам больно сейчас. Так, у нас есть какие-нибудь еще опасные метки? В рейде бегают вымажущие. Сова. Сову потом будем играть. Сову в вихрь киньте, либо в корень, либо в фир. В фиру бегают, да. Да. Но нужен заменишь. Какая сова метка? Без метки. Без метки на сову. Сейчас поменяю череп. Шербейте череп. Каст бегать. Каст, 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 каст. Каст. Все, там вроде бы дэшеров нет у нас больше. Блять, Москве дал плист. Донта, держите. Шершин, иди, Донта, помогай хилить тоже. А чем я сову его отхилю? Не надо, тогда не надо, не надо, не надо. Он там сорвет агро просто. Ребята, вытяни рогу в рейд. Зачем? Зачем мы доколупаем, погоди, не надо. Добейте хилов. Ну, блядь, дом садись, уроните пизда, блядь, выпадай. Да, он скоро там как-то. Пойду, куда-то сам. Чайка пей. Как колбаски пей. Понимаю. У вас почти хапал, шо. Далеко точно фер дали красиво. Ну, вообще идеально, блядь. Профессионалы, по-моему, не? Следующий кто? Где-то плачет один карман. Давай луну. Давайте трусы у него хп. Что ты сюда пришел? Уходи. Там, пусть, там уже хилить нечего, типа пусть хилит. Уходи. Вот сейчас сагрятся, побегут на тебя, шопнут, весь рейд просто полежит. Все. Моя цель не Ну ебашьте ногами. А, ну да. Она бабу еще стоит. Вы добиваете автолик, пойди. Кстати, кому трофеи нужны?
Мне две штуки нужны. Блять, у меня одна хотя бы. А кому уже дали трофей еще? Да никому не дали. Кому пока? А, ну что тогда? Да, у тебя 4-4, что ты пушишь? Не, мне одна шмотка надо, мне пища надо. Я понял. С хвостой критом они. Все, не вихрюйте, нормально тогда бьем. Да и возможно я буду, наверное, 29-24 бивать. Что-то там хуйта какая-то, 4-4. Ну, бля, просто 4-4, 4-9. Ну, просто надо. Или нет, нет, блядь, я сейчас нормально сейчас апнусь. Я уже, ну, нормально такое сделаю. Там, кстати, метеор кидается на 30 секунд. 30 секунд 25% увеличения плита. Ну, нормально. Хуёво. Потому что у меня, когда 29, у меня за счет духа еще дополнительные криты. У меня в сумме примерно выходит почти вот 75, почти 80. А я снял 29, у меня стало сейчас, ну, под бафами 70, то есть я 8% потеряю. И выиграю 25% на 30 секунд, мне кажется. Я думаю, 4 это для скорости. Больше туда бью. Да, блин, ну... Нет, хочет тоже такое. Какой блайнд, блядь, сука ебаная, блядь. Слышишь, то самое, Рома, у тебя на локе сколько, один кусок остался, да? Да. Два кусок. Ну, либо плечи, либо штаны, желательно плечи, конечно. Я понял. Хотел тебя заблокировать на пару походу. Тут кефирчика въебу. Что там? Нет, транс тоже надо чип. Собирай. У меня просто ИГП не давайте, у меня такой же щит просто с этого. Но если кому-то нужен, я дам. Говоришь, такой же щит, но нужен на транс. Чё тут, блин? Ну, нет, у меня такой же щит с этого, с магика просто. Вот это так. Вижу. Дайте баф, пожалуйста. А то мне сейчас, блядь, за трансмог начислил, блядь, твоя пиздец. Да, а ты как хотел. Ну ладно, хуй с ним. Ну там, уберите, я босса запустил. Блядь. Чё, блядь? Он ушёл. Кто ушёл? Ну хорошо, ну варки стоят. Тотем уберите только. А, блядь. Ладно, думаю, надеюсь, не останется. Успел? По-моему, успел. Не убрал еще. Нет, в смысле, я убрал. Поставьте ГБ. Вон стоит же. Обычек. А где танк? Танка тут?
Тенку. А, я завис. А все зависли или только я? Кому на успех? Успех не нужен? Нет. Щиточек. Так отдам его. Так, давай. Оптикс, возьми себе щит. А, у него здесь... с этого. А, под... Я там, конечно, с дыркой, но с крипом. Может быть, когда-нибудь понадобится. А, я думал другой. Я думал другой, который РТДшный. Ну что там, танк ты тут? Нет, его в тишине. А ты про танковый, не про, да? Не про это? Угу. У него, кстати, он лучше с Герой. По-моему. О, танк ты тут? О, зашел. Давай, заходи. Вон, дашь на пол, чёрт, на пол. Че, подожди, я тут захожу, меня выкинуло. По-моему, Борейский стражник лучше был на комплект блок. Ой, я убыл сада уже. Если кому-то нужен, я отдам. Офус, давай в танка и со стороны, ну, с центра ловишь, с внутренней стороны. Че, бро, игнорит вас? Че за хуйня, блядь? Потому что на FPM спамишь или нет? Потому что ты спамишь, блядь, постоянно. И что? Тебе это мешает? А потом мне пиздец будет где-нибудь на острове, я тебе FPM пишу, я тебе игнорю, да? Ты с Бьорна пишешь, а будешь тебя пиздец в Бьорне. На магии в основном пиздец. Да бэмпу только там дай. Хотя не, это не че. Смотрим все внимательно за своим агром. У меня на пол кидайте по ППшке. Я сал это танчу. Герас пол, нет? Не. Окей. Чего у тебя так хп мало, Дунт? А, это я в шмоте на этих. На кого? На валик. Ну, на чемпиона. Хорошо. Так там было точно... Пошёл, ты когда там подохнешь уже? Кашляешь и кашляешь. Завтра. Помянем. Да это я ёб глушку затянул, нахуй, пиздец, ёб. О, босс. Ещё раз, с внутренней стороны что я шарики ловлю? Да, белые шарики. Если рейд с черными, значит ты с белыми. Нет, да, я понял. Крестики, бля, поехали. Танка шмот переоденься. Переоденься. О, волос не открыт, Рики стоит. Все. Чуть подальше от нас, Овулус. Черные пропускай, не конечно. Стоим, бьем. Геру дайте. А как? Ой, ну, бля, это я ебан. Я цвет не взял. Неужели? Да у меня же этот, сейчас я встану. Блядь! Пизду. ГП получается? Ну да. Да если ж меня выкинуло, блядь, аж прав. Блядь.
Некс, дай гимна ману, вот поставьте там. Так же нет. Да, 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 ничего не происходит, просто дамажим. Ладно, сбивается, пока не сбивается. Дайте сальву по стоматологу. Аж 3, блядь. Ты не стакнул? Раз, через 2 секунды. Да. Поменяли. В чё, в урамбик играем. Чёрный ловишь, оволос. Прийти, блядь. Предупреждай, что будешь перебегать. Ничего, я дал это. Не, хуйня, короче, так не можно. Пойдите, домашки. Странно, как думаете, почему Абу его? Что? Ну, Гудлик, как думаете, почему пробивало сейчас? Почему? Ну, потому что он под черным стал, темной сущностью. Да, у Гудлика вообще в целом черная сущность. Гудлик маленький африканец. Включили. А возьмите белый объем. Черный, черный. Больше ДПС в луну. Убивайте. Ну чё, прига? Как 30. Как горит? Как горит? Прига, да. Чпоньк. Прига. Кто у нас запы делает на кассера? Я могу. Ты хас делает. Ты хас, да? Все, сделайте. Решки там, реги. А не кинете, какие реги нужны? Дон, пусть, ой, Бьерн, сделай двое зап. В смысле двое зап? Какие зап? Тканевый критхаст. Сейчас запускать? Против альянса не выстоять. Ой, его продаж оптик с шеи. Служникам короля лича. Все славьте наших героев. Я его в брон на распыл даю. Табуса на шее скары бери. Либо СВК 10. Там хоть меткость есть, блядь. А там нихуя нету. А что на танка дает шею с острова? Прок какой? Нихуя себе, кубо, блядь. Уклонение, наверное. Да, уклонение. Что, он нахилил, получается? Машина, не, блядь. Армор и резист, как колечко. Да? Да. Угу. Ну, типа такого прока, только статы другие. По-моему, там уклонение. Ага, я понял, все, спасибо. Ну, фигня нас там жить. Там, смотря, наверное, кого изучишь. Кубоб жесткий. Кубоб жесткий. Кубоб, как будто Иисус. Так же всех различил. Я хожу по воде? Да. Сейчас устроил, наверное.
там, чистым ретриком в одного танка пойдем. Брат, на танка на фарм был. Че, будете говорить там, Ники, кто Боб кидает? Кубоб кидает. Кубоб кидаешь, Боб. Понял. Кубоб кидаешь, Боб. Да, Бобу. Донт Кубоб. Донт Боб. Донт Боб Дуд. Сына так назову. Сука. Представь, паспорт ты такой. Да. Прикинь, ты либо Невербоб, либо Кублайн. Других вариантов не рассматривал. Блядь, это пиздец, блядь. Кубалайн. Аблайн, Аблайн. Блядь, на какого-то нового оператора, блядь, похоже. Кугудлик. Кугуглик. Куглик тогда уже. Куглик. Неверлизм. Ебать. Просто вечер юмора, да? Нам на ТНТ пора. Че, какая тактика, я забыл. Крепнешь, как в десятке. Крепнешь меня вот сюда, вот сверху. Ой, да, кстати, да, в пизду не буду есть. Не заслужил. Наверное, поэта пораспеваешь потом эти? Да. Ну, там вдалеке, вдалеке одна нужна будет. Бля, ну вот вам нужен этот, блядь, скоробей, блядь. Просто свои поебываете. Дадите, а чё? Припотывайте. Волшебный огонь уже могу повешать на мобы или нет? Нет. Повешай, повешай. Нет, нет, рано, рано. Чё? Можно? Я сейчас нажму. После пула, после надо. Пула. Он пулится от этого. Я тебе дам, бля, волшебное. Я нажал. 5, 4, 3, 2. Кто? Я кто? Размус. Истеричка, блядь. Ну, две лужи, норм. Что ж, сразу влетаете. Вы поднять его, бро? Подними его, бро, конечно. А чё, по мобам мы его сыграть будем, нет? Сейчас. Ой, извините, я ж это, ваш десятку, мою тактику-то не знаете. Блять, ну камон. Ну ладно, хорошо, сложность. Да можно было просто нас... У нас 5 паладинов. Нужно было, просто это вот Расмус сдох, то его бы дамаг, им надо под... ну они бы залились нормально. Давайте быстрее умрем, быстрее начнем по новой. Укричи, пожалуйста, тебе моля богом, прошу. Короче, что будет происходить? Не, наверное, в самом конце, когда там челик уже побежит, а туда там разобьешь, так с пула стой дамаж. Что будет происходить? Два жука вышли, я их на себя забираю. Вы в них играете. Когда на кого ставлю черепочек, на того будет сразу идти таунт. Его можно бить, второго только кливать. У него будет агро позже. Че, ты умереть не хочешь? Сдохни быстрее. Миш, если ты там, блядь, пытаешься завыдить, не пытайся. Пойди умри, блядь. Я же признаю, блядь, пытаешься ванишнуться по-любому. О, в инвизе ходит. Ну да. Уже, по-моему, не первый раз эта хуйня. Давайте быстрее, ребятки. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Извини, начальник. А зачем это в одного танка? У нас есть он. Бежать по Б.
Давай, оптикс, давай в это время в танку. Согласен. Время пол первого. Я сейчас не посмотрел на часы. Самое время там 10 вечера. Время пол третьего, блядь. Да, да ты табу, чё? Пол пятого, ебать. У меня вообще утро, ребята, успокойтесь. Я вообще хуй знаю, блядь, сколько сейчас времени в пизду. Плюс 6, нахуй. Хвост эти ебаные ещё делать сегодня, блядь. Нет, пизду, если так затяжно будет опять в NXKD, я на 2 дня раскину тебе ходы, пизду, блядь. Вы тут что-то долго закрываете. Кнопки? Мы за 2 часа закрывали. Ну там что-то потестить, ну что-то потестить. Ну, брат, то на то его. Потому что начали 22:40. Ну, конечно. Ну, да. этот рейд в тайминг идет. И то вот тут слабенький рейд. Только не путьте раньше, ладно? Там, блядь, припоты все-таки. Просто у вас хилы топовые. О, блядь, тут же натурит Абула. Весь на 13-й друид, блядь. Ты про себя говоришь, топовый? Да, да, да. Че, фаски не перепиваете? Давайте вперед, 5, ребят. 4, 3, 2, 1. Кто умрет, тот Киркоров. О, можно умереть? Че, в первую очередь. Филипп обнял, поцеловал половые губы. А что ты двоих? Ты не вытащишь двоих? Да вытащи, то я только что беру. Я оптикс. Давайте мобов на лужу прям проведем, чтобы их кливать можно было, не так. Боб, ты же в ДЦ, да? Сейчас мы вам, почему он еще жив? Я соберу череп. Опять у меня лужа, блядь, стоит. Секси сам поседаешь. Табула, а что ты стоишь вот просто? Чё ты скоробеев не бьёт? Ты бегаешь туда сюда. А дайте гудлику, блядь, ГП нахуй. Ты 4 отдали, ее прослабился. Бля, стоит вообще ничего? Моб будет. Я дам все. Блядь, ты сейчас лужи нахуй. Ты эту заведешь, которую я тебе сейчас разбил? А, ну ладно. Ой, хорошо. Ой-ой-ой. Ого. Красиво. Профессионально. Анал? Заберешь? Мобов подведите, блядь. Ты нахуй там. Бля, такой юбище ты 5-4, блядь, это пиздец, нахуй. Бомба взрывается, блядь, это пиздец. Все приебывается. Баба, она прожимная, да? Ее нужно, короче, от возгорания. Если возгорание пропадает, у меня как раз в этот момент бомба взрывается. И, блядь, и возгорание пропадает. Хуйня получает. Хуйня, да. Разве сосок может тут одевать его? Надо было, блядь, 4Т9, как ты говорил. Серега хуйня не посоветует. Не, 24 по-другому надо. 6% от фаера, это нихуя. Да. Ты можешь оправдать сколько угодно. Просто признай, что ты взял не те куски.
Не те вещи. Лучше бы Гудлику отдали, но... Хую. Нет. Хуй, осуждаю. Гудлик меня разочаровал. Чем? Он ничего не делал на перефаске. Я в бро разочаровал. Есть Боб? Да, есть. Как это не делал, он присутствовал. Не фанатик, Боб. Боб, блядь. Не будет, наверное, заходи. Нет, заходи, не буду. Все обратно в сторону побежали. Ну там вылезет уже. Да, там вылезет. К стеночке шаманизм. Если что, забежишь на самый крайний случай. Вася, через 3 секунды. Забегай. Бля. Застрелители. Ну нахера это? Вставай. Скажи, что еще нету. По боссу сейчас больше играем, переводить надо. Что это было? Зачем тут кидание? АУЕ нужно побольше дать прям. Бочку добейте, остального второго не трогайте, просто боссу. Блядь, поднимите донта быстрее. Быстрее донта. Донта бэ. КД. КД не надо. Танчи. Кто нас танчит? Оптикс танчит просто. За контроль тебе, Мобов. Мобов контролем. Фиры раздайте. Я давай. Один есть фир, второй фир нужен. Какой смерч. Все. Киру, дали. Держите моба, держите. Фир, черепок. Как ДКшник нахуй, ёбаный своим петом, блядь, упашку. Я бы угораюсь. Фир, черепок, еще раз. Есть. 17 секунд еще. Я фир уже раздать смогу, я зарыгался. Расмус, ты без метки. Секси-тролль, ты с меткой. Фиры на вас. Метки только хильте не пропишите. Без метки шакл держит. Не бегайте за ними, просто этот, если подойдут. Шакл обновите. Без метки. Фиш, а кто забил, блин? Фиш, блядь, Размус. Я дал. Размус, ты что, блядь, знаешь, что за фир, блядь, у тебя есть? Опа, с тобой вдвоем, щитуй просто. Я в ДЦ. Ой, не, я в холике. А ты в холике? Я понимаю. Фир! Просто бейте, 3%. Оптик заподнимите, ну, да. Ну, все хорошо, Лер. Ой, бля. Бля, за ушки чистите и на панельку свои скиллы выносите, если у вас нет. Всех люблю, целую, обнимаю. Чё, кольчуга охуенная на меня? На кольчуга просто упала. А чё, рез будет? Да. Давай, Кубов, масс-рез оформи, пожалуйста. Ты не только так умеешь кастовать. Всё, дрейнеру ЕП ещё начистите сверху. Он додумался первый. Хуета! Какая же залупа выпала, ебаный в рот, блядь. Блядь, ой, не доходи. На ДК, ты ДК на Вике только был. Ну я же сидел на замене. На замене? Хорошо, донт начислил тогда. Хотя я сам начислил, пока там пошли. Какая замена, если у нас минус 2? Тоже интересно. Он в первом рейде был.